78 приватизации государственного и муниципального имущества уставом города Назарово, решением городского совета депутатов об утверждении положения о приватизации объектов муниципальной собственности, предлагаем разрешить администрации города произвести отчуждение объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. Далее список все 15 объектов из прогнозного плана приватизации мы предлагаем включить решение об отчуждении. Вопросы к докладчику по объектам, находящимся в муниципальной собственности, представлены нам сейчас для отчуждения. Вопросов нет, замечаний у нас тоже нет. Предлагаю перейти к голосованию. Поступило предложение проект решения об отчуждении объектов, находящихся в муниципальной собственности, утвердить в редакции докладчика. Прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержался? Решение принято единогласно.